Если вы взяли свои Библии, то откройте со мной Евангелие от Иоанна, 19 главу, прочитаем 1 стих. Евангелие от Иоанна 19:1. Мы понимаем, что должны высвободить нашу веру для того, чтобы получить силу, которая приходит в наши жизни благодаря крови Агнца. Есть четыре вещи, которые мы прояснили. Для того, чтобы процветать или иметь в жизни силу крови Иисуса, во-первых, вы должны знать об этом. Во-вторых, вы должны верить в это. По вере вашей да будет вам. Поэтому вы должны знать, что мы имеем через кровь Иисуса. Вот почему мы так много времени уделяем этому. Но вы должны также верить. Знаете, слушая слово об этом изо дня в день, все-таки наступит момент, когда вы поверите. Третье, вы должны применять кровь Иисуса. Иначе говоря, вы должны использовать ее каждый день. Вы должны провозглашать ее каждый день. Вы должны взять свою веру и превратить ее в исповедание, и использовать для того, чтобы поразить дьявола. И четвертое, вы должны ожидать чуда. Вы должны ожидать, что что-то произойдет в результате того, что ваша вера в кровь Агнца была высвобождена. Итак, вы должны знать, должны верить, должны применять и должны ожидать. Кроме того, мы должны понять, что вера в кровь Иисуса не будет работать, пока вы не будете знать волю Божью на нее. Вы должны понимать волю Божью по отношению к этому. Вы должны понимать, должны ходить в этом. Когда вы начнете действовать по вере, то увидите, что произойдут великие дела. Вы должны иметь веру в Слово Божье. Это хорошо и необходимо, но в этой серии я пытаюсь донести до вас слово о крови, чтобы вы имели веру в нее. Ведь если бы не кровь Иисуса, то все, что написано в Слове, не существовало бы. Поэтому я говорю вам, чтобы вы имели веру в то, что принесла вам кровь. Вы должны верить в кровь Иисуса и знать, что она принесла. Верить в кровь Иисуса — это знать, что эта кровь принесла. Например, вы знаете, что ранами Его вы исцелены. Слава Богу, что вы верите в то, что вы исцелены. Но вы должны также верить и в кровь Иисуса, которая принесла вам исцеление. И эта вера в кровь, которая принесла исцеление, изменит все в вашей жизни. Именно этому враг и пытается помешать вам. Иисус победил его, и его кровь принесла врагу вечное поражение. Он никогда не сможет восстановиться после этого поражения. Но вам нужно понять это. Вы должны понять это настолько глубоко, чтобы быть полностью убежденными в том, что вы имеете право на все, что кровь принесла, и считать это решенным вопросом. Мы говорили о пяти основных моментах, в которых кровь Иисуса, Божья кровь, пришла на землю. Впервые мы видим ее, когда с Иисуса тек пот, как капли крови. Там, в саду, когда он молился. Кроме того, мы видим места на его теле, с которых текла кровь. Кровь Бога. Первое место, в котором она появилась, это раны на спине. Это место, где кровь появилась впервые на спине Христа. Второе место, это когда ему на голову надели терновый венец. С его головы тоже текла кровь. Третье место — его руки. Четвертое — ноги. С них тоже текла кровь. И пятое место — его бок. Удивительно то, что до того, как пролилась эта святая кровь, об этом уже было сказано в пророчестве. Это говорит не о том, что была какая-то цель, было какое-то значение, почему кровь была пролита именно там. И почему Бог заранее открыл о том, откуда будет течь кровь. На спине, голове, руках, ногах и боках.
Пятое место представляет собой благодать и победу. Каждый раз, когда мы видим пролитие крови в этих местах, мы видим благодать. Там также была победа. Церкви это кажется чем-то неслыханным. Была ли цель в том, чтобы кровь пролилась из этих пяти конкретных мест? Ответ — да. Потому что каждое место представляет собой точки или место, где мы с вами получаем избавление, где мы с вами получаем победу. Если вы поймете это, то никакой бес из ада никогда не сможет лишить вас чего-либо до конца жизни. Слава Богу! Итак, кровь Иисуса текла с его спины, с его головы, с его рук, с его ног и с его боков. Итак, кровь стекла с Иисуса. Соединяя все пять мест, мы видим чудеса Божьей благодати в обеспечении полного искупления и абсолютной победы для всех нас от порочных вещей, которыми дьявол сковал жизни людей. Я верю, что Бог всему дает цель. У Него все идет точно по плану. Я верю, что имеет значение, как была пролита кровь, и что есть особое послание от каждого места, из которого лилась Его драгоценная кровь. Поэтому сегодня я хочу поговорить о первом месте. Я назвал эту серию проповедь «Пять мест победы». Первое место — Его спина. Я хочу показать вам, что это то место, которое принесло нам полное исцеление. Обратите внимание на 19 главу Иоанна. Кто-то понимает, что мы здесь делаем? Давайте немного упростим нашу задачу. Каждый раз, когда мы видим, что появляется кровь, мы принимаем по вере благодать и победу, которая была дана нам, потому что она появилась в конкретном месте. Вы должны по вере принять это убеждение навсегда. Поэтому если в вашем теле есть болезнь, то знайте, что кровь была пролита в этом конкретном месте, чтобы полностью исцелить вас. Вы должны быть здоровыми сегодня. Мне кажется, вы не понимаете, что я говорю. Нет, я говорю, что вы должны получить исцеление сегодня. Не тогда, когда вы пойдете к доктору, или когда допьете бочонок с таблетками. Вы должны исцелиться сегодня. За это заплачена цена. Вы должны избавиться от гнета сегодня. Вы должны почувствовать себя лучше уже сегодня. Обратите внимание, что произошло. Я опишу это, и надеюсь, что вы представите себе такую картину, которую никогда не сможете забыть. Иоанна 19 глава, 1 стих. Готовы? Читаем. «Тогда Пилат взял Иисуса...» Что они делали? Били его. Пилат приказал бить Иисуса. Согласно пониманию богословов, с одним из которых я встречался лично, с Финисом Дейксом, этот человек является автором и издателем Библии в переводе Дейкса. Он начал описывать мне разницу между бичом и плетью, и вот что он сказал. Он сказал, «Плеть и бич — не одно и то же». Это орудие с множеством разветвлений и толстой рукояткой. У бича 39 длинных ответвлений, на концах которых находятся мелкие камни, кости или куски металла. Вы знакомы с термином «плетка-девятихвостка»? Но это не простая плетка, у нее было 39 длинных ответвлений, на концах которых находились куски металла, камни и другие острые предметы. И когда отдают приказ избить человека, то этого раздевают. Что я говорил? Узника раздевают, кладут на живот со связанными руками и бьют бичом по голому телу. И эта многоголовая плеть попадает на тело жертвы так,
что острые предметы впиваются в кожу и в итоге открывают куски плоти, из которых потом начинает течь кровь. То есть, когда наносили удар, то 39 концов плети впивались в тело, а потом выдергивались вместе с кровью и плотью. Вот это да! Вы представляете себе это? Плоть просто слезала с костей. Я хочу, чтобы вы представили себе, как вам в спину 39 раз вонзается нож, и при этом отрывают от вас по куску плоти, а потом из этих ран начинает течь кровь. Представьте себе, как все это выглядит. Вылетают куски плоти, и кровь начинает течь из открытых ран. Это не та милая картина, которую нам показывают по телевидению. Это настолько изуродованное тело Иисуса, что его даже нельзя было узнать. То жестокое избиение, которое постигло Иисуса, было настолько сильным, что его нельзя было узнать. Писание говорит в Исаии 52 главе 14 стихе, «Как многие изумлялись, смотря на тебя, сколько...» Исаия 52, 14, «был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих». Он говорил о том, что никто не был так обезображен, как Иисус. Да, это было первое место, из которого текла кровь Иисуса. Но вопрос всегда был в том, почему с ним поступили так жестоко? Почему он пролил свою кровь? Мы видим ясный ответ в Писании. Откройте со мной книгу Исаия, 53 главу. Исаия 53. Я молюсь о том, чтобы вы никогда не были прежними. Пожалуйста, не дайте фильмам обмануть вас и заставить верить в то, что он прошел только через то, что показывают. Вы понимаете? Вы представляете, что такое, когда с вас отрывают куски плоти? После этого его тело было похоже на фарш. Его не просто хлопали плетью по спине. Эти плети, которые попадали на тело, срывали куски плоти. Почему Иисус позволил себе пройти через такое зверство? В 53 главе, 4 стихе говорится, «Я хочу прочитать 3 стих. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Но он взял на себя наши немощи». Подчеркните, наши немощи. Не его, но наши. Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Подчеркните, наши болезни. Не его, но наши. Это первое, что говорит нам о том, что он сделал это не для себя. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Зачем он делал это? Зачем идти на такое зверство? Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем. Но для чего Иисусу брать эти раны на себя? И ранами его мы исцелились. И ранами его, давайте. И ранами его мы исцелились. Почему он позволил, чтобы эти раны оказались у него на спине? Чтобы что? Я слышу, что вы говорите, но я хочу, чтобы вы увидели, я хочу, чтобы вы осознали, я хочу, чтобы вы поняли все те зверства, через которые он прошел. Посмотрите на кровь, которая была пролита. Для чего? Чтобы что? Вы все еще будете болеть? После всего того, через что прошел Иисус, чтобы купить ваше исцеление, вы все равно собираетесь болеть?
Это место Писания — одно из самых важных мест об искуплении. Оно объясняет тот божественный обмен, когда Иисус занял наше место. Библия говорит, Он понес наши немощи и болезни. Если вы захотите исследовать этот вопрос, то узнаете, что был один автор, великий евангелист, проповедник, евангелист исцеления, Ф.Ф. Босворс. Он был очень помазан в сфере исцеления. Он сказал одну вещь в своей книге, которая поможет вам понять намного яснее, что здесь произошло. Он сделал ударение на один момент. Вместо «наши» он сказал «мои». Он взял мои немощи и мои болезни. Скажите это, он взял мои немощи и мои болезни. Слово «немощи» можно перевести как «боли». Я хочу прочитать по крайней мере 3-4 перевода, чтобы вы осознали саму концепцию всего этого. А в американском переводе сказано: «Но Он понес наши боли и наши страдания». Слово «боли» — это слово «немощи». Боль — это то, что связано с болезнью. Иисус взял мои болезни. Это ассоциируется с болезнями. Иисус взял мои болезни, взял мои скорби. Он взял мое угнетение, взял мои немощи, Он взял мои страдания. Все это Иисус принял во время избиения, чтобы забрать ваши болезни, ваши немощи, вашу боль, ваше угнетение. С Его спины пролилась кровь и заплатила цену за то, чтобы мы имели исцеление. Если бы вы пришли в магазин, выбрали себе рубашку, и вам сказали, что за нее уже заплачено, то что бы вы сделали? Что бы вы сделали? Вы бы взяли рубашку домой, не так ли? Иисус заплатил цену, чтобы вы были исцелены. И что вы делаете? Ну, я пока что ничего не чувствую. Да, но доктор сказал. Да, но я еще не прошел весь курс лечения. Я говорю вам, цена уже была уплачена. Настало время взять исцеление домой. Новый перевод еврейской Библии говорит: «Он, несомненно, понес на себе наши болезни и наши боли». Посмотрите на слово «болезнь». Иисус понес эти раны и пролил свою драгоценную кровь, таким образом приняв ваши болезни. То есть, фактически, Иисус заплатил кровью и сделал исцеление доступным. Он забрал все ваши болезни, и я имею в виду абсолютно все. Воскликните: «Цена была уплачена». Обратите внимание на слово «болезнь». Когда Иисуса бичевали римские солдаты, Он забрал наши болезни. Он открыл нам путь здоровой жизни. Ваши болезни могут исчезнуть прямо сейчас. Вы не слушаете меня. Я сказал, что ваши болезни могут исчезнуть прямо сейчас, если вы поверите в то, что Иисус сделал на Голгофском кресте. Когда вы верите в то, что Он сделал на Голгофском кресте, когда представляете бичевание и раны на Его спине, то все месяцы страданий и годы болезни могут уйти. Они могут исчезнуть прямо сейчас. Если вы поверите... Перевод Новой Американской Библии говорит: «Но Он понес наши немощи, наши страдания. Он возложил на Себя». Мы страдаем в результате наших немощей, но Иисус взял наши немощи, а таким образом и страдания. Он взял и то, и другое. Он взял немощи, а вместе с ними и страдания.
А теперь давайте соберем воедино то, что мы услышали в различных переводах. Боль, болезни, немощи, страдания. Библия ясно говорит, что когда Иисус был избиваем, Он понес все это ради нас. А это значит, что вы можете освободиться от боли, болезней, немощей, страданий. Как? Высвобождая веру во Христа Иисуса и провозглашая полную свободу от немощи и болезней прямо сейчас. Я не могу сделать это за вас. Где-то внутри вы должны навсегда понимать, что Иисус заплатил цену. Обратите внимание на 4 стих, первое слово. Скажите это, 4 стих. Скажите еще раз. Господь через пророка говорит, что это истина. Мы говорим о том, что было на самом деле. Мы говорим истину в любви. Никто не может ничего сделать против истины, но только для нее. Это истина, что Иисус понес наши болезни и боли в своем теле. Этим Он сделал исцеление доступным для нас. Он сказал, что мы не разыгрываем и не рассказываем истории. Мы говорим, а не предлагаем, потому что Иисус действительно сделал это. Вы можете быть уверены в том, что это было сделано. Вы не должны гадать по этому поводу. Все уже решено. Ранами Его мы исцелились. Мы исцелились. Библия четко говорит, ранами Его мы исцелились. Вы должны сопоставить себя с этим. Если вы всем сердцем, всем своим естеством принимаете эти раны, которые были на теле Иисуса, тогда вы станете одним из тех, кто получил исцеление. Я могу сидеть здесь и проповедовать об исцелении, и вы будете знать, что оно вам принадлежит, и при этом вы никогда не переживете его, потому что вы не сопоставили себя со всем тем, что произошло и за что было уплачено. Иногда люди испытывают трудности с верой в исцеление, потому что они не понимают волю Бога в этой сфере. Их чувство сильнее, чем понимание воли Божьей в этой сфере. Вы должны взять то, во что вы верите, и сделать это исповеданием, которым вы сможете прогонять дьявола хоть всю ночь. Если вам это понадобится, вы напоминаете ему о той сцене, о которой я только что рассказывал вам. Вы напоминаете врагу о том, что произошло, и когда вы будете проповедовать об этом вслух, то в конце дня вы будете проповедовать самому себе, и в итоге вы скажете, «Я исцелен». Вы должны идентифицировать себя с Божьим Словом. Я проповедую об этом, потому что вы все еще не взяли домой то, за что было заплачено. Вы отложили то, за что уже заплачено. Мой склад уже переполнен, и мне нужно, чтобы кто-то взял и принес домой то, за что было заплачено. Повернитесь к соседу и скажите, «Возьми это сегодня домой». Позвольте мне еще раз обратиться к этим переводам. Я уже дважды говорил об этом. Позвольте мне добавить еще пару переводов. Тут множество различных переводов этого места. Мне нужно, чтобы вы знали об этом. Итак, расширенный перевод говорит, «Ранами Его мы имеем исцеление».
Вот оно. Оно доступно для вас. Вы просто не принимаете его. Оно доступно для вас. Перевод Мофита говорит, удары, которые попадали на него, принесли нам исцеление. Новая американская Библия говорит, ранами его мы были, здесь говорится о том, что уже произошло. Мы были. Это прошедшее время. Иисус уже сделал это. Новая английская Библия говорит, «Его бичевания мы исцелены». Живая Библия говорит, «Его били плетьми, и мы были исцелены». Мне нравится этот перевод. «Его били плетьми, а я получил исцеление». Это различные ракурсы, которые Бог дал богословам в отношении того, что происходило, когда Иисуса бичевали. Те удары, которые попадали на Него, принесли нам исцеление. Бичевание, через которое Он прошел, сделало нас целостными. Его били, а мы были исцелены. Это уже произошло. Вам нужно лишь поверить, и это станет для вас реальностью. Враг не хочет, чтобы вы знали, что это уже произошло, и поэтому вы ходите вокруг да около, терпя и соглашаясь на то, на что не нужно соглашаться и что не нужно терпеть. Все потому, что вы не убеждены в том, что это уже произошло. Но если вы сбрасываете это с себя и знаете, что исцеление уже произошло в вашей жизни, вы всегда будете здоровы, защищая себя от болезни, боли и немощи, которые пытаются отнять то, что Иисус уже дал вам. Вы должны видеть себя исцеленными сейчас, а не пытаться получить исцеление. Вы уже исцелены. И если вы видите что-то или «апчхи» слышите, то это пытается забрать то, что вы уже получили. Вы не бедны. Вы преуспеваете. Экономика пытается забрать у вас то, что уже у вас есть. И если я оказываюсь рядом с вами и чихаю, я говорю, «О, я исцелен! Я не позволяю врагу украсть то, что мне принадлежит!» Вы слишком озабочены, думая, «О, что они обо мне подумают? Я не знаю!» Я исцелен! Вы шмыгаете носом, «Я исцелен!» «Апчхи! Что это такое?» Нечто пытается отнять у меня то, что принадлежит мне. Я смело провозглашаю, что благодаря ранам, нанесенным Иисусу, исцеление дано каждому из нас. Видите, что я имею в виду? Итак, если вы верите этому слову, будьте исцелены. Вы знаете, что происходит в теле Христовом? У нас проблема с верой. Верующие не верят. Поэтому я должен сообщить вам весть от $7. Если все проповедники в Соединенных Штатах решат, что они больше не верят Библии, я не оставлю Слово Божье. Меня не волнует. Если самые знаменитые проповедники в мире решат, что это Слово Божье не истина, я заранее прошу извинить меня. Я не оставлю Слово Божье, потому что если бы его не было, я бы умер от болезни.
Если бы не было это слово, я бы погряз в бедности. Я не оставлю это слово. Оно спасло меня, оно насытило меня, оно освободило меня, оно вело меня долгим, могущественным путем. Я не оставлю это слово. Делайте, что хотите. Если кто-то решит не верить больше Библии, я все равно останусь здесь. Буду проповедовать ковру, потому что я верю Слову живого Бога. И ранами его я исцелен. Я исцелен. Я исцелен. Даже если выйдет закон, что тому, кто будет верить Библии, наказание смерть, тогда до свидания, потому что я не собираюсь отступать от единственной вещи, которая придает смысл бессмысленным глупым ситуациям. Это все, что у меня есть. Я исцелен. Мне безразлично, как это выглядит. Я исцелен. Мне безразлично, что говорят врачи. Я исцелен. Не говорите мне о результатах томографии. Я исцелен во имя Иисуса. Аллилуйя! Я освобожден. Я свободен. Я исцелен. Я принимаю это. Я не позволю, чтобы его драгоценная кровь пролилась тщетно, когда он платил цену за мое исцеление больше 2000 лет назад. И ранами его мы исцелены. Благодарение Богу. Иисус был избит. Это не было приятным для него. Это была ужасная боль. Но Иисус проливал свою кровь. Я никогда не забуду этой картины. Он проливал кровь через эти раны. Он платил цену, необходимую для того, чтобы исцеление законно дано было нам. Вы слышите меня? Чтобы оно законно дано было всем нам. Сейчас я могу протянуть руку верой. Я могу провозгласить полное исцеление от болезни и угнетения. Чье-то левое плечо исцеляется прямо сейчас. Прямо здесь. Ваша спина исцеляется прямо здесь. У кого-то болит в спине. Это заболевание уходит прямо сейчас. У кого-то запланирована операция по удалению катаракты с левой стороны глаза. Вы не можете хорошо видеть. Но продолжайте смотреть. Дитя Божие, продолжайте смотреть. Бог исцеляет вас. И вы отмените эту операцию прямо сейчас во имя Иисуса. Прямо сейчас во имя Иисуса. Слава да будет Богу. Если люди, которые пришли сюда с некоторыми хроническими заболеваниями, я имею в виду, я не говорю о таких состояниях, что у вас голова болит от того, что вы не поели как следует, или что-то вроде того, я говорю о хронической головной боли. Она у вас длится неделями, я даже скажу, несколько месяцев. И знаете что? Бог исцеляет вас от этой боли прямо сейчас. Вы сидите здесь, слушая слово, думая о своем бизнесе, и исцеляющая сила Бога сошла на вашу жизнь во имя Иисуса. Здесь есть женщина, которую рвало зеленовато-черной массой. Вас рвало, и вы думали, что же это такое? Я говорю вам, Бог исцелил вас от этого прямо сейчас. Это была язва желудка, от которой Бог исцелил вас прямо сейчас во имя Иисуса. И вчерашняя ночь была последней ночью, когда вас рвало, потому что вы исцелены прямо сейчас во имя Иисуса. Вы исцелены прямо сейчас во имя Иисуса. Славим Тебя, славим Тебя. О, слава Богу! Благодарим Тебя, Господи! Благодарим Тебя, Господи! Сейчас мне не нужно умолять Бога исцелить меня. Он мой Отец. Я сказал, Он мой Отец. Я просто должен доверять Ему. И я верю тому, что Иисус сделал для меня, чтобы гарантировать мне исцеление. Я Божье дитя. Я не уличный попрошайка. Попрошайка не уверен, получит он что-то или нет.
Сможет ли он получить то, о чем просит? Но ребенок будет просить и иметь уверенность, что у его отца есть все, о чем он просит. И просимое будет проявлено в его жизни. Прекратите выпрашивать у Бога, и затем отходить и задаваться вопросом, получили ли вы просимое. Так не делается. Мои дети ничего не выпрашивают у меня. Обе мои дочери думают, что машины появляются из воздуха. Думают, что автомобиль едет сам по себе, а ангелы контролируют весь процесс. Они бегут к всесильному Богу, и они уверены. Если земной отец на месте или нет, всесильный небесный отец решит проблему. Ведь Господа не нужно уговаривать помочь нам. Он смотрит на нас и говорит, «Это мой ребенок». Так и мы делаем что-то для ребенка, потому что он для нас родной человек. Могут ли они получить что-то? Вам нужно видеть себя как Божье дитя и не умолять его исцелить вас. Говорите, «Ты мой папа, ты любишь меня, ты заботишься обо мне и ты исцелил меня». Иисус забрал всякую болезнь, и не ради собственного удовольствия, а чтобы вы могли наслаждаться полным исцелением от головы до кончиков пальцев ног. Поэтому не давайте врагу обмануть вас. Именно это он и пытается сделать. Он позволил своему сыну, подумайте об этом, пройти через такие мучения, послушайте внимательно, ради вас. И он сделал так, чтобы у нас было достаточно доказательств, что ваше исцеление — его совершенная воля. Теперь посмотрите на это. Бог Отец призывает Иисуса к этой миссии по причине своей любви к нам. Заплатить за это заранее, чтобы вы могли просто получить это сегодня. И если вы замечаете, в Евангелии Иисус проводил огромное количество времени, служа больным людям, ведь так? Он посвящал время тому, чтобы изгонять бесов и воскрешать мертвых, не так ли? Итак, если бы исцеление не было Божьей волей, Иисус бы никогда не занимался этим. Послушайте, если бы исцеление не было Божьей волей, то Иисус не проводил бы такое количество времени, служа людям, исцеляя их. Когда вы видите людей, которые говорят, «Исцеление — это не Божья воля, эта передача идет по телевидению», они там сидят и говорят, «Ах, брат Доллар, он ударился в другую крайность». Сначала было преуспевание, а теперь исцеление. Нет, это все то же самое. Потому что когда вы преуспеваете в теле, вы преуспеваете в семье, вы преуспеваете в финансах, вы преуспеваете во всем. Бог не хочет, чтобы вы были больны. Бог не хочет, чтобы вы рано умерли от заболевания. Вы должны избавиться от него. За ваше здоровье уже заплачено. Вы откладываете его. А Иисус сказал, «Я уже заплатил за это». Очистите свои хранилища. Аминь. Но также в книге Деяний, 10 главе, 38 стихе написано, «Как Бог Духом Святым и силою помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом». Аминь. Поэтому, возлюбленные, верьте Богу. Не имеет значения, какова ваша боль или ваш прежний опыт, или как долго у вас была эта проблема, все закончилось. Прежде чем вы увидите это в своей жизни, вы должны в это поверить. Верьте Богу. Сделайте первый шаг. Выйдите из своей болезни и страданий и сделайте шаг в Божье исцеление и свободу. И когда вы сделаете шаг в вере, Бог подтвердит свое слово в вашей жизни и в вашем теле. Тем более, что за ваше исцеление уже заплачено. Идите за ним, за него уже заплачено. Послушайте, если вы испытываете боль, это еще не значит, что исцеления нет. Просто верьте Божьему Слову. Сделайте шаг в вере. Теперь Евангелие от Иоанна, 11 глава, 40 стих. Я прочитаю его вам вслух. Иисус говорит ей,
Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью? То есть, если вы хотите увидеть славу Божью, что вам нужно делать? Веровать. Если вы хотите увидеть славу Бога, что вам нужно делать? Веровать. Вам нужно избавиться от сомнений, которые сидят в вашем разуме. Нужно просто веровать, друзья. Теперь посмотрим Евангелие от Матфея, 8 главу. Прочитаем 16 и 17 стихи. Этот человек был так убежден. Смотрите, что он сказал. «О да, я исцелен». «Нет, я серьезно. Нет, я исцелен. Я исцелен. Я не знаю, что ты сказал, но я исцелен. Позвольте мне сказать это еще раз. Я исцелен и точка. Правда, я исцелен». Стих 16 и 17. «Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых». Многие верующие, они даже не верят, что люди могут быть одержимы, потому что они сами одержимы. Я сказал один раз одному человеку, «Послушай, ты одержим демоном». Он сказал, «Ха, так что, во мне дьявол?» Я сказал, «Да, именно это я и говорю, ты одержим демоном». Он сказал, «Ха, ну ладно». Я ответил ему, «Если бы я был настойчивее, то дал бы тебе услышать его, но у меня нет времени, потому что ты не хочешь, чтобы он ушел. Поэтому вместе с демоном уходите из моего дома». Да. Одержимость демонами. Это не история из фильма «Изгоняющий дьявола». Это может быть в вашем доме. Проверьте. Удостоверьтесь, что вы не сдаете помещение дьяволу. Помните, дьявол играет на обольщении. Именно тогда и выходит наружу вся правда. Когда одержимые начинают открыто высмеивать это. «Ха-ха-ха, да как же! Так я одержим? А? Ты это про меня говоришь?» «Да, но если бы я возложил руки на вас и начал изгонять этих духов, это нанесло бы удар по вашему разуму. Потому что демон не хочет покидать безопасное для него место. И если он чувствует себя комфортно в вас, и вы чувствуете себя комфортно с ним, то никто не может помочь вам, пока вам не надоест, что он живет в вас». Я не могу заставить уйти демона, которого вы пригласили войти. Вы вместе с ним в укрытии, в тайном углу, в темноте собираетесь и делаете то, что вам больше всего нравится. И у вас есть твердыни в разуме, которые позволяют ему оставаться там, потому что вы не хотите убрать твердыню и выпустить его. И есть демоны, которые заставляют вас блудить. Есть демоны, которые помогают вам употреблять наркотики. И есть демоны, которые насыщаются тем, что поддерживают в вашем теле определенные немощи и болезни. А все потому, что вы пригласили их туда, и вы оказали им гостеприимство. Вы уже устали от такого гостя, как дьявол. Перестаньте предоставлять жилье демону, тогда мы сможем помочь вам освободиться от него. Сказано, когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов. Как? Словом, и исцелил всех больных. Итак, это показывает вам, что за некоторыми болезнями стоит дьявол. Дьявол стоит за некоторыми болезнями. Особенно за шизофренией. Когда я работал в госпитале, я даже не могу сказать вам, сколько раз я видел проявления демонов. Один человек сидел в палате строгого режима. Он был одержим, и он стал испражняться и пачкать комнату, создавал атмосферу, к которой этот демон был привычен. И когда я шел мимо, он высунул голову в окно и сказал, «Я тебя знаю». И я сказал, «Я знаю. Видишь, я не могу сейчас заняться тобой, потому что у меня рабочее время, но я освобожусь через 3 часа».
Вот почему я должен был уволиться. Я практиковал нечто другое, не то, чего они от меня хотели. Вы понимаете, что я говорю? Один раз у меня на приеме был человек, одна надежда была на Святого Духа. Он сидел на ЛСД и употреблял все виды наркотиков, и они просто съели его ум, его мозг. Он сказал, «Вы знаете какой-нибудь способ мне помочь?» Он плакал и был в отчаянии. «Я не могу пройти мимо, имея то знание, которое у меня было». Я сказал, «Пройдите в этот кабинет». Я сказал, «А теперь послушайте меня, не говорите никому о том, что я буду сейчас делать». Я точно знаю, как помочь вам. Я сказал, вы одержимы, и вам нужно освободиться от демонов и делать то, что я вам скажу. Я сказал, вы устали? Он сказал, да, я устал. Я сказал, хотите, чтобы он ушел? Он сказал, я знаю, что вам не демон. Да, я хочу, чтобы он ушел. Я возложил руки на него и повелел этому духу оставить его. Он кашлянул вот так. Выплюнул что-то и спросил, что это? Я сказал, что это вышел демон. Я сказал, теперь нам нужно поместить кого-то на его место. И я служил ему, говорил об Иисусе, и он родился свыше. И он радовался, он кричал, «Что со мной?» Я спросил, «А что вы чувствуете?» Он просто кричал от радости, «Вау!» Я сказал, «Шш, тише!» И он был спасен. И вот вошел его лечащий врач. Он спросил его, «Как у вас дела?» Этот парень сказал, «Я спасен». Ну, врач, конечно, не понял и сказал, «Нет, вы не спасены, вы все еще зависимы, вы все еще то, вы все еще все». Но этот парень сказал, «Нет, это все прошло». Затем он начал читать Библию и наткнулся на описание крещения Святым Духом со знамением говорения на иных языках. И он как-то раз втащил меня в палату и спросил, «Я все читаю об этом говорении на языках. Как вы думаете, я могу это получить?» Он спросил, «Что это такое?» Я сказал, «Я вам скажу, но вы никому не говорите на этот раз». Он сказал, «Хорошо». Затем я объяснил ему 7 шагов, как принять крещение Святым Духом со знамением говорения на иных языках. Я сказал, «Сейчас я возложу руки на вас, и это будет несколько экстремальное состояние, но постарайтесь сдерживаться». Я служил ему, возложил на него руки, и началось. Я сказал, «Тише», а он мне, «Я не могу остановиться». Я сказал, «О, Боже, конец моей работе, Иисус». Я просто молился с ним, и врачи ничего не могли сделать, как только выписать его после того, как его медицинская страховка закончилась. Он пошел на поправку, и вот, он уже сидит с другими. И вот на этой стадии врачи увидели большие перемены в этом парне. Директор клиники сказал мне, «Ну, мы слышали, что вы спасаете пациентов». Я сказал, «Да, и это еще не все. Я просто говорил с ними. На самом деле спасает их Иисус». Директор сказал, «Ну, я должен буду позже поговорить с вами об этом». И затем подошла моя начальница и сказала, «Вы знаете, мы должны с вами расстаться, потому что вы спасаете их и учите говорить на языках». Я сказал, «Вы знаете, это не совсем верно. Я на самом деле не учу их говорить на языках. Это делает Святой Дух». И затем, знаете, меня просто озарило. Я сказал, «Знаете что? Не вы давали мне эту работу. Бог мне ее дал. И если Бог дал мне работу, я не уйду, пока Он не захочет, чтобы я делал то, ради чего Он послал меня». Директор собрал совещание на следующий день. И он сказал, «Я посмотрел одного пациента. То, что совершилось в его жизни, невероятно. Я никогда не видел ничего подобного прежде». Он сказал, «Вот что мы сделаем. Что бы вы ни сделали с ним,
мы дадим вам ввести группу, но вы не можете заставлять их приходить. Они должны приходить самостоятельно, и что бы вы ни делали с ними, делайте это со всеми остальными, и посмотрим, будут ли у нас те же результаты. Он сказал, да, мы никогда не делали этого раньше, но кажется, это работает, поэтому делайте то, что вы делаете. И они дали мне группу, и, конечно, все пришли. И у нас случилось небольшое пробуждение, и все мои пациенты были спасены и исполнены Святого Духа. Почему? Потому что ранами Его мы исцелились. Мы исцелились. Скажите это вслух вместе со мной. Я буду молиться с вами. Вы верите в то, о чем вы молитесь? Отец, я благодарю Тебя, что Иисус Христос умер за меня. Я благодарю Тебя, что Он пролил за меня свою драгоценную кровь. Я благодарю Тебя, что Он понес эти раны за меня. И прямо сейчас я возлагаю свое упование на Иисуса Христа, Его драгоценную кровь и раны, которые Он понес. Я провозглашаю мое полное исцеление прямо сейчас во имя Иисуса. Болезнь. Теперь назовите болезнь. Назовите ее имя. Я запрещаю тебе именем Иисуса. Я противостою тебе кровью Иисуса. Я связываю тебя, и я изгоняю тебя из этого тела. Его ранами я исцелен. Его ранами я сделан целостным. И это принадлежит мне. Благодарю тебя, Отец. Во имя Иисуса я молюсь. Аминь. Аминь и аминь. Кто-нибудь крикните «Я исцелен!»